Полгода чужие банковские карты расплачивался пенсионер из Вилючинска. Злоумышленник утащил ее у своего знакомого и потратил за 6 месяцев больше 160 тысяч рублей. Теперь 63-летний житель города Подводников попал под статью о краже. Установлено, что мужчина пришел в квартиру к своему 50-летнему знакомому, чтобы собрать ему вещи и отвезти их ему в больницу. Он увидел банковскую карту, зная, что на ней имеются деньги, решил воспользоваться ей по своему усмотрению. На протяжении 6 месяцев вилючинец оплачивал свои покупки картой. Общая сумма причиненного ущерба составила более 160 тысяч рублей. На время расследования мужчину отпустили под подписку о невыезде. Если его вину в совершении преступления докажут, то пенсионер может отправиться за решетку на ближайшие 6 лет.